Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, задание, открыть колоду. С удовольствием. Что нам тут выпадает? Карайка, так, точно. Забираем здесь награды. Так, поднять уровень персонажа. Давай-ка мы пройдем, наверное, серию испытаний. В первую очередь вот сюда, чтобы по-бренькому. Макмен, Бакстер, Армагон, Лео и Ваньку возьмем. Ну что, вперед. Быстренько сейчас наваляем их звездюлей и пойдем дальше. Так, ну что, кто у нас будет первым ходить? Я имею в виду из наших ребят. Ага, Армагон. Давай-ка мы, наверное, Майки вот так вот сделаем ему. Плюс вертушка от Леонардо и ураган. Все, ребят, прошли, прошли. Другого тут варианта и быть не могло. Только победа за нами. Ну, дальше двигаемся. Здесь забираем награду. Так, а дальше у нас получается сразиться в боях. Где у нас кожеголовый, который нам нужен? Вот он. Давай глянем, кожеголовый, что тебе нужно? Нам нужно найти три вот этих вот номера. Раз, два, ну и последний. Три. Ну что, прокачиваем до, получается, какой у нас? До пятой ступени. До пятой ступени — это смертельный подкат. Теперь смотри внимательно, что нам нужно еще. 9 биноклей и 14 кружек. 9 биноклей. Не так все это просто, конечно, получить, друзья. Причем у нас очень мало. Давай-ка мы, наверное, купим. У нас хватит? Да, у нас хватает. 250 телепортов я взял. Отлично. Ну и продолжаем искать. Так. Секундочку. Кожеголовый, навыки. Значит так. 9 биноклей. Ну, уже, естественно, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ну, хорош. Давай, давай, последний бинокль мне. Нет, ты посмотри, отслеживающее устройство дают, и все. Все, по-моему, друзья нас собирали, да? Нет. Вот теперь собрали. Ну что, я думаю, остальное мы будем уже в следующей серии искать. Сейчас заберем здесь награды. Поднять уровень персонажа. А мутагена у нас, о, как мало. Ну что же, идем на испытание. Друзья, я не знаю, нужно ли нам усиление технодрома проходить. Если честно, только лишь ради вот этих вот. И то я пройду первых два вот эти вот события, первых два эпизода, и все. Поехали. Так, 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 так. Вперед, как говорится, из песни. Только ради того, чтобы получить хотя бы по одной ДНК именно на Рокстеди и на Бибопчика. Поехали. Тут всего лишь три волны, так что особо переживать не стоит. Тем более уровень, как ты видишь, у них 40-й. Разбираются они с полтычка. Так, переходим на вторую волну. Что у нас тут? Да ничего особенного. Давай вот так вот, хоба. Клан фотовцев уже не стало. Я не буду даже вертушку здесь делать, она не нужна абсолютно. Просто в рукопашку всех запинаем. Ну, а здесь уже, конечно же, Бибоп, Рокстеди. Все стоят и ждут. Ну-ка, давай, Усаги. Тьфу ты, Усаги. Сплинтер, конечно же, ребят. Ничего себе, я его уже прозвал как Усаги. Усаги — это у нас кролик, а Сплинтер — это учитель черепашек. Ну, ничему не удивляюсь, прошли с полточка. Тогда давай второй эпизод возьмем. Второй эпизод. Давай. Оставляю такую же команду, как и была. Все события, друзья, я проходить не буду. Я, как бы тебе сказать, не вижу в этом смысла полностью его проходить. И на эти тоже, наверное, не пойду, на элементы. Почему?
Потому что, ребята, у нас Бибоп и Роксиди, и я лучше просто их пофармлю. А элементы мы уже будем выбивать. У нас будет очень много событий, которые у нас пройдены полностью, я имею в виду, в плане того, что некого будет фармить. И вот там можно будет уже набивать элементы. Так что пока я не вижу какой-то, знаешь, скорости и спешности идти туда и набивать. Лучше я пофармлю. Так, давай-ка, наверное... Нет, вертушку я не буду делать. Так, минус маузер. Давай вот так, с сюрикенами. Отлично, и добивка. Последняя чертая волна. Это у нас, по-моему, первый этаж, естественно, технодрома, который мы с полтычка сейчас забомбим. Давай, Лео, пробивай. Все. Ничегошеньки здесь сложного не было. Ну что, ребята, получили, что хотели. Две ДНКшки, то есть и на Бибопа, и на Рокстеди. По-моему, здесь у нас тоже вот все это. Тут Бибоп, там Рокстеди. И в конце будут они все. Но я, ребят, не вижу. Вот сюда тоже не пойдем проходить сегодня, потому что, я еще раз повторяю, не так часто выходит вот это вот событие, где я могу пофармить от души наших вот этих ребятулек. Так что я, пожалуй-ка, здесь пофармлю пока. О, Рокстеди выпал. И Бибоп. Отлично. По красоте. Давай дальше. Так, Донни. Ноутбук Донни. Так, доллары. Осколки. Жетоны. Так, Бибоп выпал. И... Давай, Рокстеди. Рокстеди не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, друзья, все. Рокстеди, к сожалению, не получилось у меня забрать. 540 жетонов, как ты видишь, у нас уже накопилось. Ну и, соответственно, идем на арену, на турнирочку. Друзья, сегодня что у нас? Суббота, завтра воскресенье, потом уже понедельник. То есть, ну, ты понимаешь, да, будет буст. Будут у нас осколки платиновые. Давай-ка я, наверное, возьму вот эту вот команду. 71 уровень противников. Возьму, пожалуй-ка, Супер Шреддера. И вместе с ним пойдет Зек. Супер Шреддер, Шреддер плюс Зек. Ну и, конечно же, вот этих вот слабых наших бойцов будем отыгрывать. Ну что, Зек, бросай свою бомбочку. И, Шреддер, я надеюсь, ты добьешь. Там Донателло почему-то не очень много урона получается. Нет, все отлично. Вот этого Донни здесь, который стоял, мы его подбили. Так что поехали далее. Времени поздно, ребята, 10 часов вечера. Я только с работы пришел. Так что не бессудьте. Если что-то не то тут буду говорить или запинаться, потому что уставший как собака. Так, ну что, Усаги плюс Ванек. И возьмем... Раз, два, три. Вот этих вот троих шмакодявок, можно так сказать, да? Ну что же, поехали. Усаги делает свою супер козырную вертушку. Хорошо, вот правда вот здесь постепеночка не повесится. Но это уже не важно, так как мы сейчас, наверное, из гранатомета их и добьем. Да. Мы их и добили. Офигеть, у него такие лапы у этого Бибопа, ты видел, да? Здоровенные такие кисти. И кулачища тоже здоровенные. Ну что, нам нужно сегодня вернуться в топчик, потому что мы скинуты, как ты видишь, Лига Мастеров. Две звезды. Как это ни странно. Ну-ка, давай-ка. И попробовать сегодня Кренга прокачать на 99 уровень. Вот такие вот у меня планы. 99 уровень, прокачиваем его, потом соточку и все. И переходим, полностью прокачиваем кожеголову, я имею в виду и по сотому уровню, и плюс ко всему надо будет скиллы ему прокачать. Так, ну что, неплохо. Давай, наверное, вот так вот ракетами их добьем. Вот и все. Ну, в принципе, мутагена мы приличное количество получаем. Я думаю, что... Как раз, пока дойдем до Лиги Мастеров, 3 звезды у нас накопится. Если дойдем, что-то очень медленно продвигаемся, 44-я позиция всего лишь. Я возьму Бакстера плюс Лео.
Раз, два, три. Слушай, подожди-ка, а Бакстер Стокман у нас не подведет по инициативе? Лео-то я знаю, что он будет ходить первым. А вот насчет Бакстера Стокмана, сейчас проверим. Нет, все нормально, ребят. Делает он свою волну смертельную. Ну и, соответственно, мы здесь побеждаем. Я думал, что он пасанет. Будет ходить уже где-нибудь после врагов. 44-я позиция была, становится 35-й. Всего лишь 9 ступенек мы пролетаем, получается. Это совсем никуда не годится. Так, возьмем Макмана. Так, так. Так, и так, все. Будем отыгрываться пока своими силами. Потом уже придется, естественно, тратить нам откаты. Ну ничего себе. Инициативка-то у тебя большая, огромная, так скажем. Донни упал сразу же. Я беру здесь провокацию на Рафаэля, чтобы он, если что, мог сдачи давать. Плюс сюрики от Донателло. Все. Этого им хватило за глаза. Ну что же, отлично. Продвигаемся тогда далее. Так, посмотрим. С 35-й позиции переходим на 25-ю. 10 ступеней пролетели, да, получается? Угу. О, 17-24. Это наивысшая награда. Так, возьмем Майки, Рахзара. Так, так. И вот так. И опять же, ребята, здесь... Блин, я очень сильно рискую. Ну, конечно, Майки сейчас будет делать уклонение. Это в первую очередь. Что я сделаю на него? Ну, а в остальном как у нас? Рахзар возьмет провокацию, да? Потому что здесь лучше сделать так, в первую очередь. А что ты хиляешь? Кого ты хиляешь-то, дурачок? Непонятный. Так, за... вот плохо. Плохо, что он взял защиту, ребят. Это совсем плохо. Давай-ка я, наверное, баф повешу на нас. Ну что, поехали. В начале понижения атаки попробуем сделать. Нет, не вышло. А ракеты? Блин, вот видишь, как... Оу, ё-моё. Хиляемся. Обязательно, друзья, хиляемся. А потом провокацию берем на железноголового, потому что... Так, вот здесь надо пробить, чтобы не хильнул он их. Теперь попробую Криса Брэдфорда наказать. Не вышло ни шиша. Бедный, ребята, Рахзар. Ты видел, что произошло? Вот это меня здесь расклепали, я тебе скажу. Да. Рахзара просто снесли. Ну, ты видел, что произошло и как это вышло все. Да-да-да-да, бумс, им, блин. Все-таки железноголовый меня подвел. Я хотел инициативу на него взять, а он сходил самым последним. Вот и поэтому, ребята, итог такой. Что просто минус 2 бойца у меня. Зашибись, зашибись. А ведь я еще думал, блин, 71 уровень против 79-х. Это слишком рискованно, да? Это, ребята, слишком рискованно. И Рахзар не выдержал удара от Бибопа. Он его просто пробил. Две ступеньки пролетели, нормально? Обалдеть. Эх, теперь вот. Да кофигли мстить, уже поздно, ребята, мстить. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки сели, да? Ну ладно, все равно надежда теплится, что мы все-таки в Лигу Мастеров 3 звезды перейдем. Да еще и топчик возьмем. Хоть это маловероятно. Ну-ка попробуем. Шиповка. Так, минус двоечка сразу наказали. И валунчиком их добиваем. Как-то так. Сколько у нас, интересно, накопилось уже ДНК на Бибоба и Рокстеди классического, а? Как ты думаешь? Давай. Так, 12-я позиция. Ну что, я думаю, после этого поединка все-таки нас перекинут. Хотелось бы мне в это верить. Что нас перекинут в Лигу Мастеров 3 звезды. Раз, два, три. Но гарантии, конечно же, нам никто в этом не даст. Мы только сами на себя можем положиться. На свою чуйку, так скажем. Давай-ка. Хорошо, вот обожаю, когда он так делает. На всех вешает постепенный урон.
Тут уже даже не интересует, сможет ли Армагон кого-то добить, они все равно погибнут. Они уже не жильцы, авансом, так скажем. Ну что же, продвигаемся туда дальше и смотрим. Возьмем мы... Нет, ребят, не перешли, прикинь. Чуть-чуть буквально хватило, твою налево. 37 откатов. Нет, давай-ка мне 17-24. Вот, 17-24 дают. Давай-ка возьмем, наверное, Бакстера и Супер Шреддера. Раз, два, три. Так, погнали. У них тоже Бакстера какого уровня? 77-го. Но мой-то круче, мой 100-го уровня, поэтому по инициативе мы должны сходить первыми. Обожаю эту волну. Круто, она всех выносит, а если кого не вынесет, она может тоже повесить постепенный урон, кстати. Ну, наконец-то, мы пришли в Лигу Мастеров. 92-е место у нас. Ну что, вот она, начинается наша эпопея. Затопчик. Раз, два, три. Если у нас останется пицца, то, наверное, в конце мы еще попробуем все-таки немножко поискать на коже голового элементы. Карайку сдуло. Так, давай, Рафаэль. Тыч. Никого, да? Никого не подбил. Ты посмотри-ка, Донни. Донни устоял аж целых две суператаки. Это от Супер Шреддера и от Бакстера. Ничего себе. И только Майки его потом смог ушатать. Да и то там добить, потому что у него очень мало здоровья было. Ну что, я смотрю, пока 10 ступенек мы пролетаем. Если посмотреть по тенденции, как мы идем, мы, в принципе, ребят, должны сегодня взять топчик. У нас для этого все есть. Откаты есть, тем более 30 штук, это, грубо говоря, на 15 поединков. Если даже берем по 10 ступенек за один бой. Ну, нам нужно сколько там получается? 7-8 боев. Это от силы. Так что все нормально сегодня будет. Только вперед, и не шагу назад. Блин, ну конечно, вот этот поединок меня расстроил чуть-чуть, когда мы сфейлились сейчас. Угу. Я думал, Железноголовый все-таки успеет взять провокацию на себя. Хотя, знаешь, вот что может даже быть? Он может провокацию взять, но если у Рокзара она стоит, они могли просто через Рокзара сходить. То есть в любом случае он мог погибнуть. Никто не дает 100% гарантии, что они сразу бы стали атаковать именно Железноголового. У них же какой тут принцип? Они бьют того, у кого мало хп. У Рокзара оказалось его меньше, да, чем у Железноголового. Поэтому, естественно, они его и добили. Мы же тоже так начинаем. У кого-то мало здоровья, мы сразу его атакуем, чтобы добить, чтобы он тут не вякал и не кряхтел. Так, ну что, уже 59-я позиция. Все ближе и ближе мы к заветному топчику. А бойцов еще очень-очень много. Так, ну что, Армагон плюс Шреддер. Это горячая смесь. Беспроигрышная причем. Поехали. Так, и добиваем. Ну ведь круто же. Конечно, ребят, круто. И двигаемся далее. Сейчас посмотрим, какое место займем. Нам бы хотя бы платишок взять, уже будет хорошо. Да, 50-я позиция. То есть рассчитываем, грубо говоря, еще на где-то 5 поединков. Это в лучшем случае. В худшем, ну, 6-7 где-то так. Кожа голова у нас прокачана, ну, практически по фулке, да, вот этот вот удар, его вертушка. То есть там еще один уровень поднять и все. И вот эта масуха будет полностью прокачана, кувырок. Единственное, что надо будет его еще, конечно, по уровню поднимать, что еще довольно не скоро к этому придем. Надо Кренга докачать по полной программе, чтобы на сотку он вышел. А потом уже, конечно, кожа голова. Кто-то мне там писал в комментариях: Рэй, давай-ка еще этого прокачай. Крысиного короля. Ну, да, ребят, мы что-то как-то съехали с него, если честно. Так, Леандро. Ё-моё, я думал, Леонардо. Леандро. Давай-ка мы, наверное, с ним схлестнемся. Раз, два, три. И вот он, кожи... А, нет, кожи голову только уже на следующий поединок пойдет. 56 уровень у него всего лишь.
Слабоват будет, да? Так. И валунчик. Все, без проблем. Так, 50-е, сейчас посмотрим, 40-ку возьмем или нет. Конечно, хотелось бы взять 40-ку, а лучше где-нибудь 35-ю, 36-ю, 39-ю даже хотя бы. Ну, чтобы перепрыгнуть. 32-я. Отлично. Погнали. Так, Бакстер. А если я возьму, например, Бакстера и Ваньку, а? Ребят, вот как ты думаешь? Я знаю, вообще рискую, офигеть как. Но мне почему-то хочется вот так вот сыграть. Ох, сейчас по инициативе. Мы кроликом проиграем, скорее всего, по инициативе. Упс. Вот и додурачился, блин, ребята. Конечно же, будут. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так, Рей? Ну, ё-моё, ну. Вот додурачился. Я совсем забыл, что у них два бойца с высокой инициативой. Про майки-то забыл, я вижу кролики. А Микеланджело же тоже у нас. Ай, как же это. Ладно. Бывает всякое, ребят. 25-я позиция. Так, возьмем, наверное, вот эту вот команду. Опять Леандро, да? Да-да, опять именно он. Теперь я хочу посмотреть вот так вот, что у нас получится. Раз, два, три. У нас у Крэнга, по-моему, инициатива все-таки будет слабее. Сейчас глянем. Допустим, выкидываем шипы. Кстати, ты заметь, что музыка везде одна и та же. На каком бы мы уровне ни находились. Ты слышал? Одна и та же музыка. Музыка технодрома. Где бы мы ни бегали бы. Ну что, 12-е место. Давай я возьму Бакстера и Шреддера. Раз, два, три. Вперед из песней. Вперед из песней. Да, Кунаичи бы, конечно, тоже было бы неплохо прокачать. У нее вот этот вот штормовой взрыв электрический вообще круто бомбит. А ну-ка. Упс. Но постепенно висело, поэтому он дуплился. А так бы сейчас бы сделал бы свою суперкрученную атаку и мог бы кого-нибудь завалить. Вот и все, друзья. Вот и первое место. Круто. Так, сколько у нас мутагена? О, а мутагена-то у нас, друзья мои, мало. Не прокачаем, получается. Так, задание у нас — поднять уровень персонажа. Ну что, тогда сделаем вот так. Сделаем так. Забираем награды. Ищем нашего кожеголового. И начинаем дальше поиски. Так, 14 кружек. Раз. Два. Пиццы очень мало. Три. И все. Больше не хватает. Ну что, друзья, тогда на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!